Лисичанка в Америке. Мы уже сделали, готовимся здесь во всем. Так, можете оставаться здесь. Пока что. Тут еще будет стоять кораблик из суши. Я его сделаю и уже сюда принесем. Так, так что сейчас пока иду, что у нас уже, картошку можно включать, да, салаты там. Ну, это мы пришли сюда сделать вот эту такую нарезочку. Я делаю ее первый раз такую. Ну, как могу. Просто так, баночку забиваем. Это все тоже туда пока что несем. Цветы еще нужно. Нарезать там, да, у себя, да, и все. Все, это остается так же. Пока идем. У нас сегодня так тепло. Мы открываем двери, остается вот решетка. Мухи сюда не залетали. Вот так. Такой домик у нас. Пока что не жарко. На улице вот жарко, но ветерок есть. Но хорошо. Все, столик готов. Что только осталось. Мух тут нету, накрывать не будем, не. Все нормально. Все, год, я иду цветы резать. Угу.
Друзья, это Давидовы друзья, ребята приехали на день рождения. И это так, они пошли смотреть Ванду и Рекса. Просто, я же говорю, что она может перепрыгнуть и укусить. Ген, она же может перепрыгнуть. Вот такие. Уже все. Да, уже занесли картошку. Ото, хлопцы. А кто выпустил собак? А, там Марика. Все, уже все готово. Самоварчик. Ох, как чая захотелось. Ген, а чай енасаса? Є там чай на заварку? Нашому. Що не треба? Я чаю хочу. Синок, іди зміть чай. Чай на заварку? Да, да. Та зелена пушка в тумбочці там, де чай. А де чайник? Тут. Для заварки. Іду, 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 іду. Іду, іду, іду. Іду, іду. Привіт, хлопці. Єфлім, привіт. На, на. Катрусь, чувіті. Аму, папаня, повернись, посмотрите, какой у меня красивый, стильный, солидный отец, наш дедушка, да. Самый красивый, ой, какие шашлычки. Конечно же, это Витя жарит на кухне у Вити, да. Так, а тут что у нас, Катрусь, будет тут солодки, да? Чи? Сладкого в этот раз, друзья, немного у нас. Это Марики тортик, который смеется, что немного. Марика испекла такой тортик для Давида. Такую красоту. Персики. Белочка держит орешки. Тут тоже грибочки, корзинки. Что же еще? Орешки. Тортик от Лены. Лена, большое спасибо. Очень красивый. Свечку будет задувать обязательно. Давид. Тортик из макаронцев. Красота. Красота. У нее есть, друзья, Инстаграм. Переходите вот. И заказывайте. А, эклеры еще есть. Эклеры и корзиночки. Тут у нас шашлычок. Ой, горячий. Шуба. Тут тоже шашлычок, ребрышки, куриное мясо, может, да. Картошка, винегрет, шуба. Я две сделала. А ну, мухи ушли. Оливье и такой салатик с этой, с браковой капуста там. А морковка, помидоры, соус такой специальный. Сейчас уже будем садиться кушать. Так. Там уже Витя дожаривает. А, еще вот тут это наши гости все тут. И там еще есть. Там наша Мироська идет. Тут а тоже Дима есть. Привет. Макс, Рома. Ефрем есть. Оксана на работе. Петя, Вова, Наташа. Вова там, а там мой отец. Что, Мирка? И вот тут столик. Уже Гена заснял, но пока еще не ели, но хлопцы поприезжали. Хочется всем есть, то уже суши только вот так. Ну, ничего. Главное, что едят и что вкусно. Ефремчик, да? Я вам скажу, здесь можно сделать маленькую свадьбу, сваты, да, Катрусь? Вот сколько людей. Здесь еще можно стол поставить. Мы один поставили там. Дети хотят на улице. Один столик там есть. Дети хотят здесь. Еще стульчики дополнительные есть. И тут есть место. И хлопцы у нас есть. Все. Все на месте уже. Вот, друзья, сегодня у нас народу приехало.
Погодка у нас капитальная. Ветерок как раз хорошо. Шлепанцы забирал свои тут. Петруха приехал. Оксана, она на работе, она не может приехать. Может, после работы. Ну а так она. У них в другое всегда расписание, никогда вместе не могут. Детям он сделали на улице. Опа. И все. Галка есть у бака. И тебе гарні куртки есть. Франчик, какие тебе куртки? Синие в тебе шорты. Все, готово все. Да, молодежь хай паркуется там. Да. Мы сядем. Самое главное гости. Мы сядем. Ты не знаешь, что? Я уже месте, да? Ну да. А потом самоварчик поставим на стол. Его уже можно ставить? Да. Ну пока сейчас там еще занято. Там свет есть. Ну все, пошли. Ну идем. Так, засниму, друзья, быстренько. Шашлычок, картошечка, наско, шашлычок. Голубцы. Все. Смотрите, друзья, сколько у нас сегодня много гостей. Мироська, иди набирай. Сначала пусть гости, друзья. Делала компотик я такой вкусный. Салфеточку нужно полетіло. Ой, хлопці, ідіть їсти, Тіма. Єфрем, будеш їсти? Я сьогодні предпочтение ми дали молодим. А ми сидимо здесь за столиком детским. Я на диване, діти там, а молодіж здесь. Скай празднує. Ген, покажи свою тарелку. Да. Я знала.
Да. Ну, еще не все удобства. Бери на тарелочку. Мне Даник берет. Давай. Вау. Даник, покажи. Давай, Марика, так внутри. Ух ты. Три крема, да? И две прослойки. А пахнет. Конечно, красивый, конечно. И вареничку он делал все. Ага, да, да, да. И я трошки больше. Малинка, да? Вот такой тортик, такой вкусный, такой влажный. Очень-очень вкусный. Молодец, моя дочурка, молодец. Лена, посмотри за одну минуту. Какой красивый тортик, таран-таран. Кто заметил, друзья? Наш Давид играет на пианино. И тут, видите, и ноты, и скрипичный ключ. И все-все-все-все-все. И хиппи-бёрзды. И смотрите, вот с этой стороны уже сколько съели. Да, потому что все ждали. Так что, Лена, спасибо огромное. Тортик очень вкусный, все вкусное. И поставили мы самоварчик на стол, и молодежь пьет чаечек горячий. Да, интересно. Нема кошика? Нема кошика. Идем мы с тем хлопчиком. Ой, ящики летят. Давай ручку. Павлин! Павлин, да, павлин. Павлинка пришла на террасу, видите, с маленьким. Давай ручку. Идем курочки. Да, павлинчик там. Павлинка с маленькими бейбичками, да? Из бейбички. Никто не хочет с Ефремом идти собирать яичко. А Ефремчик хочет курочкам собирать яичко. Да, Ефремчик, куда мы идем? Шос-шос. Куда мы идем, Ефремчик? К курочкам. До курочкам? К курочкам. Что будем робить? Яичко. Яичко. Збиять. А, збиять. Угу. Идем збиять. Яичко. Угу. Яичко. Да, яичко збиять. Это у нас фермер маленький. Угу. Маленький фермер. Есть в кого вдаться, в тетку фермершу, да, тетку. Что, будем открывать уже курочки, хай выходят, да? Открываем, кажи, выходьте, курочки! Выходьте, курочки! Курочки! Курочки, выходьте! Как бежать, курочки, хочешь? Хочу. Не боишься? Не, молодец. Боюсь. Не боишься? Боюсь. Угу. Все, курочки едут. Цесарка, кажи цесарка. Цесарка. Оно, о, цесарка, бачиш? О, пошла цесарка. Цесарка. Ага, цесарка. Цесарка, да. Ты мала цесарка. Ты цесарка. Идем в ведро будем собирать, идем. Угу. Идем збирать яички, да? То пошли в сарай, пошли. Это картошку я им варила. Ту маленькую такую. А что здесь красное? Буряк или что? Лена уже насыпала. Ой, гляди, бо тут грязь, Ефремчик, не упади. Вот так, идем собирать яичко. Да, иди шукай яичко, заходь. Заходь, я тоже иду. Давай. Шукай яичко. Ходи, не бойся, курочки, не бойся. Идем. Идем собирать яичко. А вон там лежат яичко. Ходи, ну. Иди сюда. Бачишь, где яичко? Иди, бери. Вон до вот там, бачишь? Бежи, собирай яичко. Неси мне. Давай. Угу. Давай яичко. Бери. Давай. Давай. Вот так. Молодец. Молодец, Ефремчик, помаленьку. Так, ще давай. Ще. Ще дві маленьких. Угу. Помаленьку головочку, помаленьку, помаленьку. Ой, тут, тут, ой, трошки стукнувся. Не плач. Молодец. Молодец моя. Ой, що там? Пір'ячко? Пір'ячко. Пір'ячко. Давай. А так. Молодець.
то не треба кидати, бо курочка здесь зараз. У ведерце давай будемо збирати. Ну. Ведерце. Ведерце. Угу. Так. Так. Хазяйка ти моя. Ведерце. Так, помале. Єфремчик, ну, треба легенько ложити. Отак. Да. От так. Угу. На щіценьки я положи. Наложи, Єфремчик. Помаленьку. От так. Угу. Вот так, молодец. Видите, друзья, что он хочет? Он хочет собирать яйца, курочкам ходить, а там все сидят, веселятся. Ему что мне интересно, да, Ефремчик? Идем дальше. Где еще яичко? Там дама сидит. Да. Оно, я тут, иди сюда. Бачишь яичко? Ее, бери скоренько. Так. Так. Ой, держи ручкою добренько. Так, неси в ведерце. Помаленьку. Помалесеньку. Курочка. Угу, курочка там сидить, да. Високо. Курочка. Угу. Високо. Високо сидить курочка. Давай, ложи в ведерце. Помалесеньку так, помаленьку. От так, молодець. Курочка. Угу. Курочка тут сидить, да? Курочка сидить. Яєчко несе. Угу. Хорошо. Ну, ще бери яєчко. Давай. Боїшся? Боїшся. Ну, то маленька курочка, цыплятко. Бачиш, тут дві таких сидить дами наших. Все, пособирав. Вже підемо до тата, до мами. Чи ще? Ще. Давай, помаленьку. Ну, добренькі. Бери, да. Так. Так. Угу, неси в ведерце. Помаленько. Да, он би здесь день був би. Да, на кур показує. Тихо. Єфрем. Помаленько. От так. Видели, как первое яйцо брызнул, просто кинул? На, неси тоже ведерце помаленько. Не хочешь? Это, наверное, вот что, грязное, да не хочет. А что не хочешь? Замазанное? Ух ты, булка мала. Ты маленькая булочка. Все, мы уже сидим, уже молодежь пошла, друзья, в дом. То футбол играют, то, ну, нет, дети прибежали. Рома говорит, выиграли. Старших хлопцев, они молодцы. Что это, мам? Какая зеленая, бери, да все, як его. Бери. А я сейчас... А, сколько было, много людей, друзья, хочу показать. Сколько и осталось много еды. Смотрите. Мухи. Шашлык, шуба, голубцы. Вот-вот-вот. Сколько много было людей, да? И я сейчас пойду возьму теплой воды и буду мыть эти тарелки. И я хочу их оставить здесь. И стаканы, и все такое. Вот так. А даст Бог, может быть, когда-то будет тут у нас эта вода здесь, то будет лучше. Вот так. О, гранатку я хочу, граната я хочу. Привозом накрыть, привозом. Да. Фольгу, да. Новую фольгу, Ген? Чи той накроешь? Мы, друзья, еще подогреваем шашлык, картошку, огонь. Витя отлучился немножко, повез посылку отправить, нужно ему. С Ефремом уехали. А молодежь еще пришла, сейчас еще поедят, чай попьют. Некоторые поехали. Кто остался? Самовар тоже. Божечка. Самоварчик тоже. Кипит уже. Я сама хочу горячего чая снова. Ой, красота. Мы его заносим в дом, ставим на стол. Регина, большое вам спасибо. Я всегда благодарю. Каждый раз. Вот так. Вот так светится домик. Да, вы заметили, я не сказала беседка, сказала домик. Сейчас тут обойду с этой стороны.
На улице вот сейчас уже прохладно. Уже, ну, не посидишь. Вот так светится. Красота. О, тот стол нужно убрать, скатерть. Гляньте, как прекрасно. Там Давид идет. Да, я очень рада, что у нас получился такой домик. Просто. Первый раз он уже закончен. Ну, там есть еще всякие такие недоделочки, но так уже, что можно посидеть и там тепло, то это первый раз у нас так собрались. Столько гостей.